В селе Аксуаюлы Шетского района прошел открытый областной турнир по казакша-курес среди молодежи. Первенство посвящено памяти выдающегося тренера, мастера спорта СССР по самбо Жакену Акжанову. Почтить память спортсмена и торжественно открыть турнир собрались близкие и друзья Жакена Акжанова, а также руководство района, известные спортсмены и ветераны сферы. Организаторы турнира – родственники мастера спорта СССР по самбо, а поддержало их в этом руководство спортивной школы для детей и молодежи села Аксуаюлы Шетского района. Главным судьей соревнований является Абай Умытбаев. Он судья национальной категории, а секретарем выступает Серик Успанов. Он также является судьей национальной категории. Они приняли участие во многих соревнованиях по республике и имеют большой опыт. Мы благодарим их за то, что они вносят вклад в этот турнир. По словам гостей соревнования, Жакен Акжанулы внес неоценимый вклад в развитие спорта и борьбы как в самом районе, так и во всем регионе в целом. Один из родственников мастера спорта СССР по самбо рассказал о том, почему именно здесь проводится этот турнир. Жакен Акжанулы 25 лет проработал в спортивной школе для детей и молодежи села Аксуаюлы на руководящей должности и внес неоценимый вклад в его развитие. Именно поэтому мы решили провести соревнование, посвященное его памяти в стенах этого учреждения. На соревновании приняли участие спортсмены 2010-2011 годов рождения. Они собрались со всего Карагандинского региона, а также были представители области Улутау. В целом здесь выступили более 120 борцов. Турнир проходил по 9 весовым категориям. Среди них был и абсолютный. Один из спортсменов, Шангас Амангельде, занял первое место в абсолютном весе и завоевал пояс чемпиона. По словам организаторов, турнир проводится с целью популяризации национального вида спорта среди молодежи. По итогам соревнования всем победителям и призерам вручили медали, кубки и грамоты, а особо отличившиеся борцы в абсолютном весе получили денежные сертификаты. Первенство в этом году прошло во второй раз. В планах в дальнейшем развивать его до республиканского уровня. Нуржан Танербергенов, Олжас Кабасов, Пульдерген Асхат, телеканал Сарарка.